Алло, мама, это Валера. Ой, сына, ты, господи, мне сегодня Саша такое сказал про тебя. Мама, я в плену на Украине. Это правда, что ли? Да, мам, тут творится полный пиздец. Моей шестой роты больше нет. Командира старшего лейтенанта Мухаммед Галия Равиль тоже нет. Тут творится полное мясо, блин. Просто, блин, 9000 пацанов умерло, блин, за 8 дней. Каждый час это воздушная тревога. Наши бомбят города просто. Да, пиздец. А как ты же дозвонился до меня? Вот, да. Мне дали позвонить, связаться, да? Сказать, что со мной все хорошо. Да, мам. А тебя будут это как освобождать? Я не знаю, мам. Тут звони военкомат. Звони военкомат, позвони в мою часть, блин. Требуй правду. Только народ может остановить эту войну, блин. Наши просто бомбят мирных горожан. Тут реально, тут не... Нас Путин предал просто, понимаешь, он нас кинул, он нас один конец отправил. Тут 9000 пацанов умерло, они как удобрения тут лежат, мам. Их не хотят забирать. А, нет, сюда. А так, по телевизору говорят, освобождают Киев, все освобождают российские войска. Мам. Нет, это вранье, мам. Нас телевидение наебывает. Мы просто это хаваем. Тут русские просто пришли и хотят что-то блядь, типа якобы от чего-то других спасают. Нихуя. Тут просто Украина сама по себе жила, блин. У них все хорошо было, блядь. Путин там нам лапши на уши в буши влил, блядь, и сказал такой, типа, да, идите, нападайте. Типа, а мы все схавали, приехали, нам пизды дали, блядь. Тут... А как тебе возвращаются? Никто не возвращается, мам. Ты понимаешь, блин? Понимаешь, блин? Нет, как тебе относятся, да, мам? Хорошо, мам. Ко мне хорошо относятся. Меня кормят, тут поят. Даже не бьют, понимаешь, мам? А? Даже не бьют. Не бьют тебя там? Да, не бьют. Там да, новости, не... новости не слушай, блин, мам. Позвони в военкомат. Воинскую часть. Да, соберите, я блин. Сегодня в военкомате. Мы вызывали. Вызывали его туда. И что ему сказали? Мы, общем, то, что мы на учения? Мы сказали, что он к тебе приходил, сына. И мы сказали, что еще через неделю приедут к нему. Вызовут. Саша говорит, что это решать буду там, чтобы тебя оттуда быстрее забрать. Откуда забрать, мам? Быстрее. Мам, нас да. Не заберут. Выходите на улицы. Собирайте народ, блин. Потому что, блин, Путин пидорас. Только вы можете остановить эту войну, блин. Сбунтуйтесь, я не знаю, что-нибудь сделайте, мам. Губернатору идите. Мам, меня, ты понимаешь, меня обманули, блин. Отправили, блядь, воевать нахуй, мирных людей убивать, понимаешь? Вот я сейчас в такой жопе нахожусь. А нет, в общем, это так, а как тебя, ты поймал, как ты, что у тебя с танком-то случилось? Он заглох, меня просто кинули, меня же мои, блин, офицеры, которые, типа, командир взвода даже меня просто кинул. Они просто уехали. Понимаешь, если бы я не сдался, меня бы просто убили. А нет, а ты бы сейчас танк сломался? Да. Заглох просто. А что у тебя там что-то с
танков. Да какая разница, похер на этот танк, чтобы они все сгорели в мире, блин.